Всем здравствуйте! Анжелика Варум – популярнейшая певица российской эстрады, которая уже давно получила свое звание заслуженной артистки России. Сейчас ей 54 года, но на свой возраст она не выглядит. Женщина очень молодо выглядит, и на первый взгляд сложно сказать, что ей даже 40 лет. Известной эта певица стала не только благодаря своему таланту. В построении карьеры участвовал и знаменитый отец Юрий Варум. Он очень хороший и известный композитор, который хорошо обосновался в российском шоу-бизнесе. Настоящее имя певицы Мария, а свой псевдоним она взяла еще когда только начинала свою карьеру. Еще с детства Анжелика была в музыкальной среде. 5 лет она умела играть на пианино, а в старших классах выступала на разных мероприятиях и пела под гитару. После окончания школы поступила в театральный вуз, но так и не смогла там обучаться. Причиной стало то, что она не прошла отбор. После того, как Анжелика получила отказ, отец дал ей возможность проявить себя, пристроив работать вокалисткой. Личная жизнь начала строиться у артистки еще в школьные годы. Тогда Анжелика влюбилась в своего одноклассника и начала строить с ним отношения. Парень был из простой семьи, и это не понравилось родителям девочки. Поэтому после окончания школы они отправили ее в столицу на обучение. В это время парень делал все, чтобы отправиться за своей возлюбленной. Ему удалось поступить в институт в столице, но его там забрали в армию. После того, как он отслужил, пара подала заявление в ЗАГС. Родители Анжелики смирились с ее выбором и не мешали им спокойно жить. Так как артистка была еще неизвестной, молодой человек всячески помогал ей в ее начинаниях и работал с ней. Прошло 8 лет, и пара разошлась. Официальную причину они так и не огласили. В браке детей не было. Через год после развода она встретила Агутина и вышла за него замуж. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.